Всем здоров, с вами Сергей Пушков. Я продолжаю проходить игру, которая называется Rebelling Escalation. Или игра про повстанцев Эскалация. Мы прошли с вами в прошлой серии горный проход. Вот он, наш любимый горный проход. И сейчас мы начнем проходить третью карту, которая называется Южная пустыня. Большая часть населения региона сосредоточена в крупном городе, находящемся на краю пустыни. Защищайте его. Замечательно, как бы можно сказать. Я нажал далее, игра, прием, игра, ответь, игра. Так, я так понял, мы не сыграли в экономиста, и поэтому нам не появится как бы генерал. Это я уже как бы понял только сейчас, так что давайте мы опять выберем чиновника, а к следующей серии я сыграю за экономиста, получим генерала и получим уже к следующей серии банкира, чтобы уже играть, я так понял, по канону. Потому что мы играем сейчас, видно, не по канону. Так, пустая ячейка, вот тут у нас добавился турист. Тут нам вот диванный архитектор мне не понравился, вот нам в прошлой серии дали туриста. Предоставляет разведданные о большем числе зон в начале игры. О, а вот это полезно. Это хорошо. Так, ну тут ясно, понятно, как бы ничего недоступно. Выбираем, конечно же, скедни, местные жители неохотно идут на контакт, широкие возможности для коррупции, высокий боевой дух мятежников. Как бы читы мы не используем. Powerful Feeder. Замечательно. А можно мне Loyal Marigold, Зима Огонь, Знающий Строитель. Кстати, Знающий Строитель. А, как говорится, а чё? Давайте Знающий. Давайте название будет за нашей операцией Знающий Строитель. Как бы, почему бы и нет, собственно. Мы строители. Я на туалетах страну построил. Так что, я не знаю, это чисто сейчас про нас рассказывает. Разместить свой штаб. Конечно, мы размещаем в этом городе, который нужно защитить. Я так понял, у нас тут эти степи пустынные, и вот тут чуть-чуть городская инфраструктура присутствует. Так, о, благодаря туристу нам больше дали, как говорится, этих разведданных. Так, предлагаю сразу же, что нам сделать? Районных представителей. Вот тут сделать закупочки, антикоррупционные закупочки. Перепись региона пока не знаю, вряд ли надо. Теперь я предлагаю построить водоснабжение и туалеты, потому что, ну, как бы это пустыня, мне кажется, люди пойдут за нашими туалетами прямо вперед. И чтобы коррупция сразу не росла, мы ее сразу же и начнем гасить. Начнем гасить и купим международную помощь с международными связями. Но сначала международную помощь обязательно. Остерегайтесь инфляции. Спасибо. Для победы стабилизируйте регион, я понял. Так, так, теперь я приобретаю, конечно же, почему? 8. А, инфляция. Инфляция дает, конечно, мне прожатиться. $1 сажала мне инфляция. Так вот, обесцениваются деньги, я понял. 7-8, блин. Ну придется сделать это по-быстрому, и тогда побыстрее доступ появится. Они будут нам делать медикаменты там или обучение. Так, туалеты строятся. Область развивается. Так, эта область развивается, экран операции. Еще бы я открыл на 8, простите, это 4. Это 4, но это инфляция. Смотрите, как инфляция жахнет. Давайте еще переждем инфляции. Вот 14. И давайте вот так, чтобы было вот 13% инфляции. 3 и 4, как бы ничего не сделал. Но у нас есть базовые медикаменты и базовое обучение. Как бы уже чуть-чуть у нас будет прирост и с той стороны. Совет, ну, Знающий Строитель получает средства каждый месяц. Это я как бы знаю, спасибо большое. Так. Чуть-чуть начинается отстраиваться наш регион. Еще я предлагаю сейчас получить $20 на полицию, потому что сейчас без полиции никуда. $20 обязательно на полицию копим. Архиепископ Бостона ушел в отставку из-за сексуального скандала. Ну, в принципе, ничего нового. Предложен проект нового университета. Власти Гольф-Виски намерены построить университет, который сделает высшее образование более доступным для жителей всего региона, что мы предоставим. Или отказаться, одобрить с надзором, потому что нам малоизвестно, поддержать проект, но тогда коррупция возрастет, жесть, и... Нет, давайте откажемся. Просто мы отказались, как бы ни в минус, ни в плюс мы ушли. Так, инфляция потихоньку у нас отпадает. Это хорошо. В Бельгии узаконили однополые... О, ясно.
Это я осуждаю, как говорится, так 19. Запущен космический шаттл Колумбия. Все, 22, это нам на полицию хватит, конечно же, хопа, и на полицию. Все, полицейские запустились, как бы, теперь бы погасить коррупцию, потому что полицейские это, конечно, коррупционеры. Космический шаттл Колумбия сгорел при входе в атмосферу. Браво! Как говорится, а чего добился ты? Премьер-министр Сербии убит в Белграде. Так это что, уже война третья мировая начинается? Что тут? Нет, какие-то новости, псевдоновости. Чемпионат мира по футболу. Спасибо. Чемпионат мира по футболу, как бы новости из дальнего зарубежья. Спасибо. Так, и мне сейчас вот это отстраивать, или я предлагаю сейчас или коррупцию, или вот еще. Хотя, наверное, коррупция, что мне сейчас даст? Коррупция, она снижает мою репутацию? Пока никак. Надо накопить сейчас на связи с общественностью, потому что у меня нет связи с общественностью, и как бы мы проигрываем из-за этого. Вот, 15, запускаю связи. Вот, теперь у нас вообще уровень поддержки как бы где-то 20%. И надо сейчас запустить коррупцию. Борьбу с коррупцией уже более... так. Не успели мы побороть коррупцию. В общем, этот, нам надо теперь войска срочно вводить. Срочно надо ввести войска, вводим войска, спасибо тебе, помогите. 7, и надо еще бы переводчиков сразу же за 5. Обучение солдат, я так и понял, я так и знаю. Так, работаем. Дайте мне, на размещение, подожди. Сообщение мятежников, опа, гольф виски, это я понял, университет мы построили, сразу получается бан. Так, переводчиков мы пустили, разведка должна быть быстрее. И как бы мы должны сейчас их победить, потому что мятежники не окрепшие, а мы как бы окрепшие, у нас есть переводчики. Да, мы их выносим потихонечку мятежников, мы должны этих террористов снести. Тем временем наши города зеленеют, наши города становятся за нас. Что там такое, что случилось? О, благотворительная организация готова помочь, чуть-чуть потратились, но теперь они нам точно помогут. Еще бы вот так им знание местности дать нашим боевым подразделениям, тогда вот видите, сразу же разведданные появились. Все, мы их выгнали в горы, а если мы их выгнали в горы, их надо как-то в горах удерживать. Можно ли их как-то в горах удерживать, не знаю пока что. Для этого нам нужно больше подразделений. Больше подразделений, давайте мы их пока пустим сюда, чтобы тут разведданные пустились. Чтобы тут начались стройки, пока стратегические мне не дают ничего. Уже снижается, на 2 снижается, так. Еще бы этих купить, как подразделение коалиции. Ладно, давайте еще одно подразделение коалиции, но так приходится делать. Вот, надо их на горах удержать, вот так вот, мы должны их удерживать. Опа, лагерь мятежников, все. Ай-яй-яй, что же делать? Придется пока их сюда переместить, это будет долговато, но такова жизнь, придется сказать гражданам, которые случайно умрут от террористов. Мятежники захватили, ну, не бывает. Главное сейчас успеть до захвата. Внезапный удар, я сам в шоке, сам внезапный удар. Сейчас наши прибегут где-то, лагерь мятежников уничтожен, и коалиционеры помогут своим другим коалиционерам вот это все сделать. Давайте стрельбу организуем, борьбу с коррупцией запускаем. Все, борьбу с коррупцией мы запустили, как бы. Террористов мы должны отогнать. Тихо, уже город загнивает. Так, мы сейчас их будем удерживать, это неправильно. Благотворительность проводит инициативу форума инфраструктура. Да, это хорошо. Мы теперь можем потратиться ли на дороги, или еще на что-то, предлагаю на дороге. В случае, если террористы начнут вот это месиво творить. Так, школьное оборудование завезем. Тихо, куда побежали? Мятежники будут от наших солдат, мы не должны сейчас им не дать. 4, ну давайте 4, так 4, нам нужно, правда, больше сил, больше войск, чтобы удержать террористов. Пока так делаем. Протесты за отсутствие рабочих мест. Спасибо большое, граждане, вы уважаете власть, да. Мы тут стараемся вас спасти от террористов, а вы мне тут бойкот объявляете. Так, ну тогда у нас... можно мне сейчас статистику регионам и выдать мне статистику. Большая часть у нас какая? По ландшафту. А, спасибо, я должен теперь сам разбираться без ваших этих обновлений. Тихо, пауза.
Так, ты отдаленная, ты городское, ты вот городское, ты сельскохозяйственное, ты городское, сельскохозяйственное, сельскохозяйственное, сельскохозяйственное. Походу тут будет победа сельскохозяйственного. Потому что у нас, хотя нет, есть еще отдаленные, это считается отдаленные, это отдаленные как бы. Хотя, если бы мы сейчас вот эти города маленькие все затащили, как бы, ну-ка, 8, давайте, ладно, 8, продолжаем. Продолжаем, где мои 8? 8, так, Зулов Виктор, спасибо. Вот тут банк развития, создать рабочие места, есть. Так, создали рабочие места, теперь мы должны хотя бы дождаться, чтобы везде... Что у нас по полиции, по статистике полицейских? Набор местной полиции, так, ополчение хотя бы есть в 11 зонах, набор местной полиции пока вообще только 3 зоны. Кризис беженцев, нужно 6 или 9 долларов для развития сюжета. Так, у нас 6 есть. Все больше жителей по всей стране лишаются крова из-за непрекращающегося конфликта. Как на это ответит знающий строитель? Отказать, но это вообще недовольство. Частичное приготовление, одна депутация. Слегка коррупция возрастет, стоимость 6. Подготовить землю, это, наверное, вообще супер классно, супер круто. Это что сейчас за стрельба? Стрельба в... Нифига себе. Вот это стрельба. Нам нужно сейчас вот тут защитить. И их сейчас сжимать в один угол. Больше их в один угол зажать. Так, 9. Выделить средства. Вот, выделяем средства, получаем 2 репутации. Коррупция возрастет. Почему? 35 коррупция, жесть конкретная происходит. Вот тут сейчас. Тут сейчас мне как-то не нравится все это происходящее. И мне как-то не нравится, что нам эти НПО не помогают. НПО вообще козлы. Нужно или сейчас, или наших, или бомбардировку заказывать. Скорее надо сейчас заказать бомбардировочку. Конечно, наблюдается рост коррупции. Террористы везде, вот это да, вот это да. Так, они вот тут уже захватывают, так. Тут 12. Надо сейчас не допустить захват вот этой территории, конечно же. И надо... Блин, не хватает, войск у меня слов нету, войск не хватает. Бомбежку надо сейчас срочно запустить бомбалейлу. По всем регионам страны, как бы, запускаем аэропорты. Останавливаем, давайте. Стреляй, бомби. Дядет, бим-бим. Коммерческая поддержка. Наконец-то НПО начинает хоть что-то делает. Так, мы их теперь вот сюда зажимаем. Теперь бы вот этих выжать из гор прямо в этот угол пустыни. Расселение беженцев. Так, надо было прочитать. А что нам дает расселение беженцев? Куда? Надо сюда пройти. Так, 12. Надо еще одно подразделение коалиции. Не справляемся. Срочно надо разбираться с вот этими горными козлами. Так, давайте запускаем. Бомбежка пошла. Вот тут, мне кажется, пацаны разбираются, потому что вот тут как бы должны быть наши где-то поблизости. Равенство перед законом. О, равенство перед законом нам дает прирост поддержки. Так, давайте на прирост поддержки. Вот тут как-то нам не получается, не фартует нашим коалиционерам. Коалиционеры немножечко страдают. Гражданскую помощь пока вообще нет смысла запускать. Тяжелую артиллерию, что ли, добавить? Город нет! Нет, я не могу. Надо отступить и сейчас город защитить. Защищаем город. Штаб помогает. Так, запускаем военную бомбардировку. Вообще жесть, что бомбило их не по-детски. Период службы коалиции скоро закончится, неважно, мы оплатим. Так, бабах. Надо пока пускай этот угол захватывают. Скрываем факты. Вот, ну чтобы вот тут нам не допустить. Так, теперь мы сюда заходим, вот тут наших вообще зажали. Надо бы им помочь разведбеспилотниками. Так, куда собрались вы теперь? А давайте мы делаем так, пускай они до критического момента срок подойдет к концу, мы будем оплачивать. Так, теперь давайте, что там мы хотели, беспилотник разведывательный, запускаем. Так, помогай, беспилотник дал. Дал буст, выкидываем. Дал буст, мы сейчас их всех выкинем.
Так, вот тут у нас выход. Тут захватывают базу, вот тут захватывают базу. Так, так, ага, я вас понял. Долгосрочное делаем. Купим наших сейчас. Пускай готовятся. Такая пауза, вы чё? Отправляем сюда наше подразделение. Заметно улучшение в цепочках поставки лекарств. Это да, это я знаю. Так, уничтожили базу. Уничтожили базу, выиграли время. Выиграли время, надо расширение срочно полиции делать, потому что без расширения полиции сейчас зоны будут захватывать раз на раз, тупо. Так, давай, мочи. Плюс бабах. Новый начальник полиции, все. Новый начальник полиции наводит порядок, бонус безопасности. Бонус безопасности, так, ну тут бы сделать тоже бы, как бы, или промышленную поддержку, или развитие скотоводства в пустыне. Так, что нам даст? О, стратегические коммуникации. Нам нужно сейчас, чтобы за нас были территории, которые мы отвоевали. Наши территории должны быть как бы под нами. Дороги общего пользования один. Да, это круто, это позитивно. Пускай, не, хотя мы не можем допустить вот этого захвата. Хотя давайте вот сюда дадим. Пускай чуть-чуть будет бабахи. Бабахи пускай будут происходить, дать что ли им медикаментов, давайте дадим им эти основы здравоохранения. Так, пока мы не должны допустить, пускай вот тут разведка плюс стрельба будет. Так, стрельба и плюс бомбежка, мы должны победить. Так, вот тут как-то не очень справляется, тогда почему не 12-10? Давайте поможем на два фронта, тогда мы разделим, давайте вот сюда 12. Так, плюс 3 это хорошо репутации. Так, тогда бы нам запустить эти гарнизоны. Гарнизоны запускаем. О, спасибо, гарнизончик бы сюда. 5. Так, 5 это, конечно, не круто. Нам бы сейчас побольше, давайте вот. Даем, и сейчас бы закупить бонусы все для гарнизона. Опа, 12, надеюсь, гарнизончик справится. А пока мы должны сюда быстренько возвратиться. Другая война требует внимания коалиции, это они у нас хотят забрать коалиционеров. Коалиционеров хотят забрать, не дам, помешаю забрать. Так, давайте вот тут продлим, я так понял, вот тут чистота, вот сюда переходим. Надо бы сейчас дать бонусы подкреплениям и гражданской помощи, чтобы сейчас наши что-то делали и чинили. Так, вот тут наши войска подходят. Наши войска подходят, куда бы им дать помощь? Давайте сюда дадим помощь. Вот на два фронта. Куда бежит? Они бегут не туда, капец. У нас получается два фронта получается. Это неправильно, что такое? Шанс того, что потребуется компенсация 5, шанс того, что замену удастся найти быстро 60. Так, ну давайте договоримся. Временно выведено, но они нам дадут его. Куда? Ты что, с ума сошел? Ты что творишь вообще? Ай-яй-яй. Я думал, они выведут тех вспомогательных. Коррупция происходит, жесть происходит, какая-то жесть. Жестняк происходит, так. Надо бы или... перезарядку самолетов запустить, что ли? Перезарядку самолетов и еще бы дать еще больше поддержки. Тут мы платим, конечно же. Вот сюда переходим. Прекратить, конечно же, чтобы получить наши эти всякие. Повторное размещение коалиции слегка уничтожает вашу репутацию. Но намек ясен. Защищаем. Наши слабые. Давайте пока вот тут мы... Все, вот тут мы защитили. Сюда переходим. 6 стоит. Стоит 6. Так, я бы еще запустил профессиональную поддержку, да. Тогда она нам даст еще больше поддержки. Коалиция, помогай, коалиция нашим. Нашим помогай. Давай. Все, освобождаем нашу территорию. Вот тут наших жмут. Еще прибыла замена на нововыведенных солдат. Так, конечно же, нужно им помочь вот здесь. Мы им помогаем здесь, конечно же. Мятежники отбивают. Что это за база такая? Я так понял, мятежники нас сейчас пытаются захватить прям полностью нас вот это... Показать им нам, кто тут король, да? Вот тут телекоммуникации или дороги сделать, даже не знаю. Давайте сделаем пока дороги. Дороги, причем общие.
Дороги причем общие, чтобы было по всем городам доступ. Так, вот тут мы взорвали базу. Скрыть факты, но там появились эти террористы. Ай-яй-яй. Надо бы сюда. Так, вот это мне вообще не нравится. Это жестняк происходит. Нам надо больше сейчас, больше уровня поддержки. Но при этом больше, наверное, больше безопасности, конечно, сделаем. Так, вот это сейчас бабахи по всей стране происходят. 31 будет длиться путь. Вот сюда давайте 11, чтобы они хотя бы не дать захватить. Вот тут давайте пройдем захват. Вот тут сейчас город будут захватывать. Это уже неправильно, скрыть факты, конечно же. Надо мириться с террористами любой ценой. Любой ценой, конечно же, мы должны с ними мириться. Так, мы прибежали. Теперь бы хорошенько зажать их. Ну давайте пока так сделаем и пока вот так будем идти. Тем временем, пока эти отбывают гарнизон, правильно. Это наш город, это наша страна. На 17 снижает. А сколько у нас коррупции? 41, ладно. Ну да, так коррупция. Ладно, давайте пока борьбу с коррупцией. Еще, блин, коррупция, так вот не менять правила, это точно. Так, вот тут, мне кажется, сейчас пойдет захват наших зон. Это неправильно. У нас гражданская поддержка вкачана. Нет, не вкачана. Надо, чтобы сейчас вот тут у нас возрастала поддержка. Вот тут пошел захват. Захват прошел. Вот это неправильно, конечно же. Вот тут мы пришли. Давайте вот сейчас вот сюда. Так, вот тут они все. Они вот тут зашли. Давайте мы их тут зажмем. Вот тут надо их зажать. Мятежники бегут. Пускай бегут. Но мы должны их сейчас зажать. Зажать, чтобы дать, чтобы борьба с полиомиелит, как бы, давайте запустим. А какая пауза? Вот это какая-то жесть, игра происходит, мне не нравится вообще. Конечно, мятежники откажутся, мы тогда делаем репутацию себе в плюс. Так, вот тут давайте стрельбу. И вот тут мы освобождаем фронт один. А, скрытое давление, контрудар, скрываем факты. Сейчас бы заплатить за международные эти всякие отношения. Или коррупция. Нет, ну давайте. Нужно, и вот тут мы их будем сейчас ослаблять. Ослаблять мы их сейчас будем по конкретному. Давай. Все, мятежники уничтожены. Теперь вот сюда заходим, причем заходим вот сюда вот так. Вот сюда вот так проходим, вот сюда вот так проходим. Потому что это вообще сейчас нечестно. Какая-то жестилово происходит, мне не нравится. Я вам это уже, наверное, 30 раз сказал, но мне это откровенно не нравится. Борьба с туберкулезом, запускай. Что такое? Скрываем факты. Так. Они идут сюда, в город. Так, давайте, защищай. Защищай, благотворительность проводит акцию «Земельные права». Спасибо им большое за это, как бы. Ну, как бы, знаете, ни рыба, ни мясо. Чуть-чуть поможет, да и не помешает, как говорится. Расширение полиции нужно срочно, но при этом сейчас сжирает мою репутацию, ну, эту поддержку. Борьбу бы с коррупцией запустить, но я бы запустил борьбу с коррупцией. Опа, вот тут внезапный удар, конечно, запустили. Так, теперь сюда путь один. Давай. Пока они вот тут они город захватывают, путь 11, это жаль, что путь 11, но мы их сейчас держим более-менее. $22, запускаем борьбу с коррупцией, да еще бы пропаганду грамотности, конечно же, чтобы были сейчас все грамотные, нужно быстрее пропаганду грамотности запустить. Вот так, мятежники угрожают, да я понял, что мятежники нам угрожают. Как бы давайте сейчас сюда пойдем, помощь гарнизона. Так, давай, бомби. Почему никто не бомбит? Давайте сейчас сюда отправимся. Еще бы войск взять. Но давайте пока контрольно-пропускные пункты сделаем. Пока должна быть безопасность в зонах соседних, как бы. Так, запускай, как бы. Так, произошел бабах. Бабах их лагеря. Так, пригрозить, конечно же. Ишь ты. Блин, ну тут у нас... Хотя их можно сейчас зажать, если по-быстрому сработать. Хотя нет, мы их не сможем зажать. Так, пока вот тут работаем. Все, вот тут база, вижу вопросительный знак.
18. 18 это расширение полиции. Это обязательно делаем мы расширение полиции. Вот тут разноси их. Разносим. Тогда давайте мы их... Вот этих бы сейчас можно обезвредить, да. Давайте мы сейчас этих обезвредим. Сюда заходим. Скрываем факты. Ай-яй-яй, минус репутации. Вот тут уже идет продление. Продление это плохо. Так, тогда бы я запустил телекоммуникации. Нет, я бы автотрассы сейчас, или грунтовые дороги, автотрассу бы запустил, чтобы сейчас отстроили автотрассу международную нашу. Так, вот тут минус полиции, жалко. Где-то полицию сожрали. Так, сносим. Сносим, бомбим. Вот тут надо потерять репутацию и сюда быстрее вызвать в город наших наши войска. Так, программу личного здоровья и расширение школ, конечно же, делаем. Ну, потому что нас уже должны очень сильно поддерживать. Давай, запускай. Запускай войну. Скрытое давление, сократи. Не изменились возможности, ладно. Так, бегите все в одну территорию, мы сейчас справимся. Пригрозите, дали репутации чуть-чуть, это хорошо. Дали чуть-чуть репутации. Мы так долго не продержимся. Тихо, тихо, вот тут нападение, гарнизон строим. Гарнизон это сила, это мощь. Тогда если тут гарнизон есть, тогда отправим наш солдат сюда. Так, все, эти отступили. Тогда мы, эти заходят, и мы уничтожаем еще один фронт. Еще один фронт разносим. Так, коррупция, нет, сейчас не до коррупции. Сейчас бы реально бы телекоммуникации или электростанции отстроить. Ну давайте магистрали отстроим как бы. Так, на магистрали отстроим, сейчас еще минус 16, да, будет? Да, минус 16, потом по двадцатке сносить, ну, капец. Так, 14, это как бы, знаете, что можно сделать? Перепись региона, но это больше разведданных, это нам сейчас не очень надо. Реально, что ли, телекоммуникации запустить или грунтовые дороги? Грунтовые дороги надо запустить, потому что сейчас в пустынях война идет, нужны дороги. Так, пока не закричит, не возьмусь. Все, закричало. Долгосрочное продление. Почему вы не можете сейчас помочь? Ай, вот тут брешь. Вот тут брешь, запускай. Ну это так, такой, знаете, код запускай. Отбивай. Все, готово. Так, все готово. Тут идет отстройка, вот тут 7 путь. Вы получите такие репутации, спасибо. Вот эти, вот так, у нас 23 доллара. 23 доллара, еще бы перезарядочку этих сделать. Вот тут у нас идет захват зоны. Я бы сейчас не разрешил это сделать. Как бы по понятным причинам я бы это не разрешил. Так, передайте сюда. Ну тут уже террористы не появятся. Вот тут давайте тогда делаем. О, дорога отстраивается. Блин, уже есть еще одно продление. Это я не переживу столько продлений за раз. Так, грунтовые дороги должны строиться быстрее. Тихо. Так. Не менять правила, конечно же. Скрываем вот тут факты. Вот. Уничтожаем базу. Если они сейчас опять сюда пойдут, мы уничтожаем два фронта. Как бы да. Тут мы тратим 16, обидно, досадно. Вторное размещение, это все портит. Я понимаю, что это все портит. Но мы сейчас захватываем медиапросторы, как бы, вот телекоммуникации, или сделать промышленную поддержку, или субсидирование. Скорее, внедрение инициатив повышает уровень поддержки в удаленных зонах. Давайте сделаем субсидирование и реально телекоммуникации. Так, вот тут пока они делают свои манипуляции, потом мы их отправляем всех на один фронт. Ай-яй-яй, вот тут давайте побыстрее уничтожить. Что такое? Скрытое давление, конечно же. Не изменились, как там 62% шанс. Все. Отправляем сюда. Вот тут пускай зона очистится, а мы пока идем сюда. Мятежники не смогут отказаться от переговоров. Пошла жара. Мы должны их сейчас мочить. Мы должны их сейчас просто промачивать, как огурцы. Как огурцы замачивать. Так, давайте еще телекоммуникации проведем раз. Экспортные центры сделаем. А зачем? Не знаю. Давайте пока вот тут боевые датчики поставим. Дать взятку.
подождите, что это за взятки тут происходят? Подождите, что это у нас тут за коррупция? Так, отбивай, отбивай, отбивай. Получим 4 репутации. Так, отбивай, отбивай, отбивай. Деньги получили. Люди продолжают покидать свои дома из-за войны. Атмосфера в лагере для беженцев скоро достигнет критической точки. Что предпримет знающий строитель? Заявить, что не может ничего поделать международно. Шанс того не удалось. Продолжать клёв правителя. Заплатить властям соседнего региона стоимость 8. Дать землю, добиться, чтобы... Так, вы получите 4 единицы репутации. Нет, ну тогда снизится. Давайте дадим взятку. Все, нормально. И тихо, не спеша, решили, как говорится, проблему. Мятежники становятся сильнее, когда вы отступаете. В смысле, где мы отступаем? Мы не отступаем, мы вообще-то их разносим. Разносим мятежников. Так, посадить за решетку всех лидеров мятежа. Это, конечно же, это обязательно. Мы их должны сейчас всех разнести. Это факт. Так. Потом мы, мятежники сдают все оружие. Где стрельба? Где стрельба? Нет, не по нашей территории. Не по нашей. Тогда мы переходим сюда. Переходим сюда. Электростанции, конечно же, строим. Строим электростанции. Для увеличения мощи нашей. Что такое? Тюремная форма, эти формы у нас на рассмотрении. Согласно экспертной оценке, региональная пенитенциарная система во многом не соответствует международным стандартам. Были предложены новые меры по улучшению условий содержания заключенных и реформы судебных процедур. Как на это ответит знающий строитель? Полная реформа, 8,4 репутации, без реформ вообще плохо. Ну и так 3. Ну давайте полную реформу плюс 4 единицы репутации. Так, вот тут взрывы происходят, скрываем факты. Никто ничего не смог доказать. Тут сейчас мы должны территории всех отжимать. Мятежники берут вину. Так, территория наша, территория... О, дороги проводят. Дороги проводят, это хорошо, это конкретно. Скрытое давление. Так как это не изменились? Какое-то бесполезное сегодня скрытое давление получается. Так, давайте тогда еще, я не знаю, реально что ли экспортные центры делать? Или вот еще бы помощь нашим гражданам. Международные войска остаются. Так, это что это? Что сейчас за нелегальный вот этот бег был, пробег? Что это за взрыв города происходит? Происходит взрыв города. Быстренько. Что это вот сейчас за войны происходит? Так. У нас главные полицейские, и все есть, и вот это вот такое произошло. Давайте промышленную поддержку тогда сделаем, чтобы всем было... Все почувствовали. Так, давайте сейчас быстренько отбивать все территории. Это что сейчас за такие за митинги происходят? Так, они сейчас захватят еще одну территорию. Это, конечно, неправильно. Надо бы за ними попытаться. Ай-яй-яй, мятежники наступают. Рынки процветают. Замечательно, это, конечно, круто. Но надо сейчас их от тата сделать. Нет слов, мятежники просто подступают мятежники. Мы должны их сейчас уничтожать и подписать соглашение. Потратили 39-16. Мирное соглашение подписано. Фух, все. Мирное соглашение подписано. И почему у нас репутация отходит? Отходит репутация. Мятежники расходятся. Деятельность мятежников, коррупция. Так, ну вроде у нас должно быть сейчас все хорошо. Коррупция отходит на задний план, как говорится. Война отменяется, электроэнергия строится. Все, мятежники должны быстренько расходиться. Все, это, по-моему, победа. Мы вовремя мирный договор сделали. Все, мятежники расходятся. Так, вот тут уже происходит все. Происходит восстановление всего региона. Чисто на 10 репутациях затащили. На 10 единицах. Так, ну давайте еще напоследок отстроим кого-то. Вот эту штуку и сделаем демократию. Ну, чисто по приколу, экспортный центр. Демократия везде, все. Это очень хорошо, это позитивно, это замечательно. Все зеленое, все наше. Давайте что ли отправим сюда солдат наших прав. Все, 100%. Все отстраивается, все. Победа! В 2014 году операции «Знающий строитель» удалось стабилизировать весь регион, подписав мирное соглашение с мятежниками. Люди с надеждой смотрят в будущее. 3 звезды. Ну, в прошлый раз было 4, но тут, мне кажется, тут было попотнее, конечно. Тут
конечно, мятежники, особенно под конец, они дали жару, мы вовремя с ними соглашение подписали. Вот, мир 100%, ходы 912, поддержка 40%, стабильность 100%, сложность средняя, репутация 12, счет 792. Моя операция, значит, строитель справился с мятежниками, стабилизировать регион. Увы, меня никто не любит. В смысле? Это как вообще? Подожди. В прошлые разы у нас было 10-20% поддержки. Про меня снимали фильмы и писали книги. А тут, увы, меня никто не любит. Ну, это подделка. Это какая-то подделка речи. Тут должны про меня снимать фильмы, писать книгу, делать сайт и, я не знаю, вести ток-шоу от моего имени. Так что все. С этим, с этой репликой я не согласен. Давайте перейдем тогда в главное меню. Вы открыли карту Фисташковый лес. Поздравляем, цензор теперь в вашем распоряжении. Спасибо. Спасибо. Следующую карту мы будем, конечно, уже проходить в следующей серии. Будем с вами на этом заканчивать. С вами был Сергей Пушков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также ставьте лайки, еще раз вам говорю. Вступайте во все группы в социальных сетях, подписывайтесь на Инстаграм, на Steam Curator, будьте в курсе игрового мира. Также, если хотите получить мой стикер-пак, он очень крутой, я его всем рекомендую, все уже пользуются моим стикер-паком, так что переходите в мою группу ВКонтакте, пишите боту стикеры и получайте мой стикер-пак, пользуйтесь и будьте, как говорится, в тренде. Ну а с вами был Сергей Пушков, всем пока-пока!